привет. Так, всем привет. Да, мы сегодня с Алексеем встретились здесь в Уфе, он едет в Воронеж. Вот, и мы с ним договорились сегодня увидеться, обменяться мнениями о том, где и как мы работаем. У нас дождь идет, но ничего, нам все равно хорошо. У нас в Уфе, да. Сейчас Уфу приблизим. Да. Вот там у нас Уфа. Уфа, да. Три шурупа. Вот мы. Ну да. Вот, так Кордаус что... уже получила первую посылку. Две я уже получила. Часы у нас еще пришли, да, часы пошли вот. У нас. А мне получилось так, что мне сегодня должна была прийти, а я перенес, потому что я в поезде нахожусь этот день. Ну ничего, приедешь, получишь, нормальный фотоаппарат, очень хорошо заказал. Уже с транспортной компанией связался, перенес дату уже. То есть даже они не в курсе этой посылки, а просто о факте. Вот. Уже выплаты идут. Выплаты идут, да. Все идет очень хорошо. Товар приходит, причем его проверили уже по всем параметрам. Угу. Все именно оригинальное, все фирменное. То есть там никакой подделки нет. Так что те, кто расстраивается, могут не расстраиваться. Ну и самое сейчас хорошее, что у нас в магазине еще появляются новые товары. Очень хорошие телевизоры сейчас есть, там пылесосы. Ну и самое как бы хорошее, то что у нас автомобильная программа. Она сейчас в тестовом режиме уже запущена. Пока запустили там, по-моему, 9 BMW, X4 и X3. Но сегодня уже вот могу дать как бы инсайдом информацию о том, что сейчас проходит изучение спроса, скажем так, да, то есть люди пишут, какие, в какой ценовой политике, какой конкретно автомобиль они бы хотели, и у них есть возможность, ну, заплатить, скажем, первые 10% и его заказать. И поэтому автомобили будут заказываться как раз вот по этим заявкам. То есть не будут идти только одни Бэхи, Мерси там и так далее, а вот то, что люди будут сейчас просить, вот эти автомобили первыми будут идти. Так что это очень здорово. Вот. И они будут приходить именно в салон того города, откуда будет заказ. То есть они придут, их отправят в салон, а документы уже будут тут оформляться на месте. То есть, ну, эта информация еще будет полностью вся обработана. Так что все нормально у нас, приходите. Все хорошо. Вот. Спасибо. Вот. Так что всем пока, ладно.